На центральной площади села Ершова состоялся праздник «Мир русского фольклора», посвященный Единому дню фольклора. В подготовке и проведении праздника в рамках реализации проекта «Культура малой родины» приняли участие одинцовские единороссы и представители окружного молодежного парламента. Гости праздника познакомились с жанрами фольклора и народными музыкальными инструментами, услышали песни, загадки и скороговорки. А через коллективные игры дети и взрослые могли окунуться в традиции народных праздников. Также на площадке у Ершовского дома культуры работали батуты, уличная ярмарка, мастер-классы по акварельной живописи и изготовлению кукол.